Эй, hey, чуваки, переходите по ссылке в описании и добавляйте меня ВКонтакте. Я хочу 1000 друзей, и если каждый из вас зайдет и добавит меня в друзья, то 1000 наберется быстрее. В общем, я жду ваши заявки. Погнали, это типа новый челлендж. Чего творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянный эпизод «Мой шумный дом». Эту серию мне прислал мой подписчик. Я долго не хотел делать обзор, но потом решил сделать. Ведь серия приносила ужасный ужас, и я не мог спать пару ночей. Серия началась с того, что все издевались над бедным Линкольном. За кадром был голос Линкольна. Он рассказывал, что все из него издеваются всю жизнь, а особенно его сестры. Но эти розыгрыши были жесткие. То его посадят на 1000 иголок, то пихнуть лицом в говно. Это было ужасно. Даже лучший друг называл Линкольна дураком и советовал ему покончить жизнь самоубийством. Но он уже не выдерживал и собирался покончить жизнь самоубийством сам. Линкольн пришел домой. Он не хотел, чтобы его кто-то видел. В его голове было только одно. Суицид. Он пришел к холодильнику и был очень рад, ведь там был яд, который съел его дед, но там было пусто. Линкольн начал кричать, ведь ему уже хотелось поскорее покончить со своей жизнью и этими издевательствами. Начались помехи, которые длились около 10 минут. После помех показано, как Линкольн взял ножницы, он хотел заколоть себе ножницами, но в этот момент его заставила мама вынести мусор, и Линкольн не смог покончить с собой. Он молча пошел выносить мусор. Когда он вернулся назад, Лиза заметила, что Линкольн ведет себя странно, и она сразу же поняла, что он хочет умереть, и быстро пошла рассказывать об этом другим сестрам. Те создали огромное торнадо, чтобы защитить своего брата, но это его не остановило. Он убежал. Опять начались помехи. После этих шутко долгих помех показано, как Линкольн сидел в своей комнате. На его шее была веревка, но он был уже мертв. Кто-то его снял и поставил синяк под глазом. Линкольн покончил здесь самоубийством. Это был конец сериала. Хотя серия и напоминала первую серию, разработчики решили ее закончить так, как и начали. Переходи ко мне на страницу ВКонтакте, добавляй в друзья. У меня там есть запись для друзей, где показана предсмертная записка Линкольна. На этом все. С тобой был Сергионис, поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также, расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут в шоке и не смогут уснуть. И помни, это всего лишь мое воображение.